солдаты этого года, Белоруссия. Хасанский, королевский, рыжий, бай. Полметра выдали приросты. Всего-то. Так, на ВПК. На ВПК. Этот подвой для персика. Что такое ВПК? Этот подвой не прижился. Два случая на абрикос я лучу. Пока отлично. Так. На абрикос я лучу отлично. Ну что, поздравляю. Полметра тоже достижение. Теперь Кузнецов включился. Пишите, пишите. Меня еще никто не пересидел. Это нам не задавали. Так, Дмитрий Кузнецов. Здравствуйте. Косточки абрикоса сихотолинского для подвоя подойдут, как по сравнению с маньчжурцами. Да это тот же маньчжурец, господи. Только для меня он новичок. В 15 году посадил косточками. Вымахали огромные деревья с хорошим урожаем. Причем все разноцветные. Вот. А я-то их ни разу не сращивал с этими с культурными деревьями. Мажорцы все позади. Высокая биологическая совместимость. Не знаю я. Вопрос ответ такой. Подойдут для подвоя? Не знаю. Так, как еще трое пишут? Ну все. Пусть пишут. Я пойду на секунду на улицу. У меня чай кончился. Все равно я чувствую, конца нет. Вот. А то я думал, действительно уже никому ничего не надо. Я быстро. 3 минуты. Дальше. Ой. Трое пишут. Так, ну, Виталий Шостак написал письмо. Я купил яблони Мелба. Я купил яблони Мелба. Они в этот же год зацвели, и было 2 красных яблока. На другой год опылитель сменился, они стали соседскими.
Это проявилось одичание. Где прошлогодний цвет и вкус? Так, у кого вы купили яблоко, не имел бы? Так, если у Сергея засвели и дали красный яблоко. Пока на другой год опылитель сменился. А что такое соседскими? Что такое одичание? В чем? Вот. Если принято, я могу общими, не конкретно, общими фразами сказать. Мы прививаем, и это принято считать, что мы прививаем для сохранности сортовых свойств. При этом в реале это не совсем так, как вы пишете. Прошлогодний цвет вкус они не сохранили. Вот это бывает. Влияние подвоя никто не отменял. Нет, не так. Наука отменила влияние подвоя, а значит, она отменила вегетативную гибридизацию. На самом деле, риск какой-то есть. Он в данном случае, дорогой Виталий, уважаемый Виталий, проявился. Влияние подвоя несомненно. Так, черенки начали слазить? Да, начал, уже почти закончил. Вот, черенков, абрикос еще много. Яблонь почти не осталось, слив мало, два других сада чернобая и тотора почти ничего не дали, вот, та же засуха страшнейшая. Дальше, что еще? В общем, довольно куцый каталог, я все равно высылаю, кушать не хочется, но пока еще есть что, пока еще немного есть стенков. Но этот год особый. Вот. Плохо дело. Черенков мало. Так, три дерева жердели, пишет Олег из Белоруссии. Три дерева жердели четырехлетние. Одно вымокло, одно начало сверху чернеть. Подрезал. Увядающая ветка вроде отошло, но 30-й попытки бай прижился. А жердель чья? Интересно. Я уже буду задать вопрос, мы тогда никогда не закончим этот сегодняшний разговор. Гусева. Добрый вечер. У меня войлочные основной массы на второй год сходят. На второй год. Видимо, поздно на сверкацию закладываю. Да? Я песок их ложила в середине февраля вместе с абрикосами и сливами. Когда в начале, в середине апреля, где уже можно выносить на улицу. Короче, вас не хватило. Так, февраль, март, апрель. Так, где-то, да, 3 месяца у вас. Ну, что я скажу? Я тоже закладываю где-то в феврале. И все дружно всходит. Возможно, не хватило, может быть, влаги. Может быть. Так, шестак. Рядом такое дерево, поздние ягоды. И они стали по раскраске похожи на сосед. Это тоже бывает. Это, вы знаете, если уже не признают вегетативную гибридизацию, то есть влияние подвоя, причем сильное влияние, когда смотришь, не похоже ни на папу, ни на маму, а у вас-то другое, если похоже на соседа, отрицать нельзя. Согласиться тоже нельзя, мы этого не знаем. Но существует такой термин, как телегония. Влияние соседа не на потомство, а на само дерево. Возможно, это ваш случай, но тут, извините, так устроила природа. Вот, сильное влияние соседа на само дерево. Ну, деревья молодые, сам Бог велел с собой переопыляться. Так, дальше. Если плоды гуляют на яблоне, то нужно перепрививать или ждать дальше. Яблоня закрытой системы у местного абрикоса. Яблоня закрытой системы. Да. Непонятный для меня термин. Так, я уже боюсь спрашивать. Так. Ждать дальше или перепрививать? Можно частично перепривить. Таким расчетом, что, допустим, вот тут вот часть веток перепривил в скелетной прививке, а часть не стал.
А потом у вас будет два варианта, и вы сравните и решите, что лишнее. Так, месяц, цветок на привитом цветке – это мама. Пыльца, превратив света милым насекомым – это папа. Так, ну что ж, папа да папа, вы правы. Мои желтые яблоки стали с красным боком после того, как я посадил 5 метров опор кроваво-красным. Ну, что я скажу гражданину Мезину? Вот, я давно говорю, вот пора уже это, у вас же рядом институт в Брянске, да? Вот туда бы вас, только вот бодливой корой бог рогов не дает, а вот был толк еще какой. Вот, вы бы объяснили бы вот той самой даме, я уж не буду лишь раз фамилию называть, о которой выше говорили, что если путь черешни у дерева 8 веток на ярусе, то 8 да пусть растет, а не 3, а остальные под это, пилой со страшными ранами. Двигаются на север, а потом руками разводят. Что-то они не идут на север. Ну что, кажется, мы закончили. А, нет, Олег Олегович, я жду ваше письмо. Вот. Ваше замечание, ваше вот это вот наблюдение очень ценное. Желтые яблоки стали с красным боком, и рядом растет кроваво-красный. Поэтому вас в институт не возьмут, не надеюсь. Вы неправильный садовод. Вам все мерещится. И яблоки с красным боком, он померещится. Понятно? Так, теперь куда-то вы пропали. Вроде что-то писали. Я еще подожду? А, нет. Еще подожду. Причем со стороны порта плоды с красным боком встречаются в подавляющем большинстве. Ценнейшее наблюдение. Но оно так и останется глазом вопиющего в пустыне. Никому эти наблюдения не нужны. Я так и без этого знаю. Лишний козырь нам нужен. Вот. Но для этого нужно что? Нужно ученых позвать. Пусть они зафиксируют дерево с саппортом кроваво-красным. Вот это дерево, которое желтое стало с красным боком, причем с этой стороны. Буквально протокол составят. Вот, потому что таких случаев надо не один, не два, а сотни. Нужны доказательства того, что телегония существует. Она очень важную роль играет. Нет, уже наука. Так, дальше вы пишете. Вывод. Ветер – это зам по опылению пчел. Да, ветровое опыление. Ну, в принципе, наука как бы отказывает нам в этом. Вот, отказывает. Что это опыление ветровое, что играет какую-то роль. Сильно маленькая рыльца у пестика. Сильно маленькая. Чтобы туда прямо залетело. А других механизмов нет. Я еще думал, может, какой-то существует механизм, что летит вот этот вот пыльца. Вот пыль, это же пылинка, она летит. И вдруг устремляется именно в это рыльце. Именно в пестик. Черт его знает. Пытался это доказать, что то, что вы пишете, существует. Нет ответа. Нет механизма опыления, зачатия. Так оно и не зачинается. Тут два варианта. Зачатие, а потом бах, опадание этих недоразвитых плодов. Или вообще не видно, как он туда, попало туда, не попало. Потом прилетает пыльца законная, какая должна была опылить. А предыдущий половой партнер уже успел наследить. Поняли о чем? А? Вот поэтому никто не верит.
Так, ну что, гражданин Мезенов, мы сегодня не расстанемся. Мне нравится вот это, то, о чем мы с вами говорим. Так, а пока Александр Выборг, яблони медовые, это медуница. Я понятия не имею. Черенок написано медовая. Вот. Проверено было. Да, действительно, одна из самых сладких. Вы знаете, наши все яблони, привиты на Сибирке. Я сравниваю вкус яблонь из, допустим, помню, из Марокко, из Новой Зеландии, вот, из Голландии. Они абсолютно сладкие, хотя и даже зимние. А наши чуть-чуть с кислинкой. Вот не могу отнять этого. Вот. А сорт практически один и тот же. По цвету, по красоте, по этому. То есть видно, что это благородный. А легкая кислинка есть. Но когда я попробовал первый раз в прошлом году медовую, она оказалась практически сладкая, без кислинки. Я сразу включил тройку мировую. То есть не мировую, а наоборот сибирскую. Это Квинти, это Мелба, это именно яблони медовая. Вот видите, три пальца. Квинти, Мелба, медовая. Практически кислинки нет. И главное, едят ее не эти яблоки, их жрут вот буквально, как будто никогда яблок не ели. В них есть что-то особенное. Может, потому что люди никогда в своей жизни не ели отечественных яблок. Я же не говорю, что сибирский вариант. Ну, а многие кислинка это все. Чисто сладкие жрать, извините, есть не станут. А с кислинкой не едят, нет. Именно из-за кислинки жрут и все. Подавай, что там не только вот сама кислота, да, там яблочная кислота, а что-то еще есть именно, что какие-то витамины. Организм чувствует, что ему не надо. Это так же, как у меня еле-еле-еле, эти самые жердели. Ну, это кисловатые, но едят, и остановиться не могут. Королевские, но не сильно сладкие, говорят.